Друзья, здравствуйте. И в период такого отдыха, скажем так, месячного, ну, я-то не отдыхал, конечно, вся страна отдыхала. У меня работал вовсю вот этот вот аппарат Anycubic 4 Max. Вот, я уже за год его использования, эксплуатации истратил 2 килограмма, то есть 1 ПЛА, 1 килограмм ПГ ушел, ну почти вчистую. Вот, у меня еще есть килограммчик вот там вот АБС. АБС мне что-то особо не нравится пока, потому что там поднастроиться к нему надо. Вот. Что было сделано для непосредственно вот нашего с вами аппарата вот этого вот? Пока. Замечу, ребят, пока. Потому что тюнинг не останавливается, идеи есть. Проблема только с детализацией воплощения. Потому что очень грубо сделать это все можно, но вам представить безобразие я просто морально не могу. Потому что знаю, что можно довести со временем получше. Вот, сейчас представляю вам вариантик, так называемый. На вот эту вот модель, у кого есть, можете, в принципе, себе взять и тоже распечатать или заказать, чтобы вам распечатали, или сами распечатать. Немного предыстория. Буквально 30 секунд. Это у нас универсальный аппарат. Посмотрите, он мобильный, он складывается. Вот. У нас идет 4 батарейки здесь. Но сталкиваемся мы с проблемой, что иногда батарейки, например, нужно из рюкзака доставать, или еще как-то, или шмурдяк какой-то, или ценную находку куда-то прятать. Для этого я увидел интересную полость, которая находится вот здесь. И приспособил вот такой вот контейнер. То есть вот, мы с вами посмотрим. Там вот неиспользованное у нас пространство. Да, я понимаю, что пыль, которая здесь находится при металлопоиске, она должна как-то устраняться с помощью вентиляционных там отверстий, дренажных каких-то. Но, судя по тому, как я ползаю, у меня там, в принципе, как таковой забивки нет. А если есть, то она наружу и вываливается при открытом состоянии. Вот. Так вот, я представляю вам, уже свой чехол рустера вам представлял, сейчас представляю пенал-затыльник на вот эту вот модель. На... Все-таки я не перестаю удивляться этой модели, считаю ее самой шедевральной, самой грамотной у мини-лабов. Да и вообще во всем мире, потому что вот эта модель, она перевернула некоторое сознание. Ну, я надеюсь, хотелось бы верить. Так вот, что представляет из себя пенал? Пенал представляет пяточку, вот эту вот затыльную часть, и сам кожух, сам корпус. Вот это у меня экспериментальная модель. То есть, например, какие-то находки мы хотим найти, я думаю, в тряпочку завернуть, чтобы они не брякали, потому что так или иначе, пластик здесь, бряканье какое-то будет. Можно завернуть в тряпочку, или как мы ходим с губками и... аккуратненько чик, и все, красота. Что касается верхней части, верхняя часть у нас идет вровень, то есть в принципе мы курткой никак не зацепим. Даже если зацепим вот эту вот часть, скорее всего, следующая печать будет уже вот без этого вот выходящего уголка, потому что здесь он, как показала практика, уже не нужен. Вот этот язычок, если еще нам где-то как-то помогает извлечь, довольно-таки туго, кстати, это очень хорошо помогает извлечь нам тубус, пенал. И вот эти вот лапки, они, в принципе, ниже уровня вот этого вот язычка. Поэтому здесь все четко, здесь все ровно. Что еще можно поместить в наш пенал? Я ведь не зря рассказывал про батарейки. И действительно, батарейки у нас с вами помещаются
количестве спокойно 4 штук. Мы можем с вами видеть, туда и 6 можно вместить батареек. Но сейчас пока у меня 4. То есть туда что-то еще можно загрузить. Вот, получается вот такой тубус. Вот, наверное, это и все. Если вам идейка вот этого вот пенальчика понравилась, в ближайшее время разработка вот этого вот пенала чуть большего размера. То есть он как магазину автомата или пистолета будет вставляться. Но с вот первый вариант компактный, который идет прям под лицо, за под лицо. А второй вариант будет, скорее всего, вот такой. Либо можно сделать вообще вот такой выносной. Смотря кому и для каких целей нужно будет. Но слишком длинное выполнять я смысла не вижу. Хотя, в принципе, как рабочая часть подлокотника, я думаю, она будет неплохо на себя брать нагрузку. Именно локтевого сустава. Вот, поэтому можете, если идейка вам понравилась, можете взять ее на вооружение, потому что очень эргономичный этот у нас аппарат, и вот это вот неиспользованное место, я все-таки его решил использовать так. У меня еще для вас припасено еще с 2-летней давности вот 2 сюрпризика, это третий был. 2 сюрпризика по тюнингу, по доработке довольно-таки существенных и весомых я, скорее всего, чуть-чуть попозже сделаю, потому что разработки ведутся, детали частично печатаются, частично в брак уходят, так как они, ну, есть нюансы. Вот, а пока вот по вашим комментариям я, наверное, буду понимать, нужны такие изделия или не нужны. Вот. Поэтому пишите комментарии. Лайки, не лайки, это можете не ставить, а комментарии, честно говоря, от комрадов хотелось бы услышать. Вот. Ну, на этом все. Пенал Рустера, я считаю, изготовленным. Уже опробован в действии. И всего нам самого наилучшего, ребят. И хабара нам побольше, ценненького. Всего доброго.